у меня еще было свое кафе, я его продал прямо аккурат за 2 недели до всеобщей самоизоляции. Вот мне очень повезло его продать. Чуваку не повезло. А, да. Раз у нас такая хрень происходит, да, в мире, то вот в акции хотя бы вкинул. Да, я его, кстати, тоже недавно акции купил. Да? Купоны Burger King, KFC. В Макдональдсе, к сожалению, нет акций. Значит, июль, у нас были красивые летние грозы с молниями, и всем очень зашли вот фотки этих молний, пост фотками просто. Как будто вот сам Зевс и Тор поспорили, у кого круче вот будут эти молнии. О чем ты подумали? Я? Что у них круче?